Так, где моя заколка? Сегодня ведь самый лучший день, чтобы прокатиться на экстремальных и супербыстрых горках. Нам уже пора выходить, иначе будем в конце очереди. Еще одну секунду. Все, я готова. Итак, проверим. Марка, Картоха, Даша, я... Стоп, а где Даша? Не знаю. Даша, Даша, ну-ка иди сюда. Блин, она походу опять спряталась. Как же она достала! Всегда убегает и прячется от меня, а я потом от мамы получаю. Сюрприз! А вот и я! Даша, это вообще не смешно! Мы уже на 15 минут опоздали! Точно будем не первыми! Мда, вы такие скучные! И чтобы в парке ни на шаг от меня, поняла? И, конечно! Вот что мне с ней делать? Есть идея! Вот надевай этот браслет, а ты, Даша, этот! Это чё, какой-то маячок? Нет, если она убежит, ты просто нажимаешь кнопку на этом браслете, и она к тебе примагничивается! Круто! Надо было тебе раньше такую штуку придумать! Придем в парк, и я ее включу! А сейчас, чтобы не отпускала мою руку! Би-би-би! Так, еще чуть-чуть... Эй, вообще-то я все вижу. Блин! О, Марка, Марка, а ты знаешь, что если ты прислонишься лицом к сахарной вате, то у тебя вырастет сахарная борода? Что, правда? Ой, я прилип! Ауч, Марка, да ты чё? Хи-хи-хи-хи, получилось! Ой, точно, браслет. Выкину-ка я эту фигню. Хи-хи-хи-хи. Ой, какая интересная вещица! Кто мог выкинуть такой красивый браслет? Он точно подходит к моим глазам! Так, а куда бы мне сходить? Ну вот скажи мне, зачем ты прилепил вату на лицо? Даша сказала, что у меня будет борода! Даша, ты... А где Даша? Не знаю! Она снова убежала, и что теперь делать? Ты что, забыла? Точно, ты меня так выручил! Я даже не знаю, что может быть страшнее потерять сестру в огромном парке. Ты кого мне примагнитил? Как я тут оказалась? Картоха, это чё? Злюка. Так, быстро мне сказали, что тут происходит. Ко мне должна прилететь моя сестра. Я чё, твоя сестра? Где вы вообще взяли этот браслет? Он на земле валялся. Вот вонючка. Ты что, совсем? Да я не вам, Картоха, давай размагничивай нас и пойдем Дашу искать. Так-так, пока что у меня не получается. Так с ней уже может что-то случиться. Марка, иди ищи Дашу. Ну что там? У меня плохие новости. Они только через 24 часа вас размагнитят. Чего? У меня еще целый час в бассейне. Ну-ка давайте не... Да не получится у вас, тут просто нужно подождать. Эх, одни проблемы, браслет, еще и Даша. Я ее нашел. Хайлан, это что, твоя новая сестра? Вот вообще не смешно, это все из-за того, что ты вечно пакостишь. А еще я на горке хотела прокатиться, и танцы у меня сегодня. У меня вообще-то тоже дела. Тогда решайте дела по очереди и все. Тогда я чур первая, идем на горку. Что, я никуда не пойду, мне еще надо переодеться. А вы когда-нибудь катались на экстремальной горке? Я вот совсем не боюсь. Нет, но если бы вот мы сейчас были в школе, я бы давно вызвала твоих родителей за издевательство над учителем. Да ничего страшного, потом пойдем ваши дела решать. Да вы чего так орете? Тут же ничего страшного. Беру свои слова обратно. Это была самая страшная поездка. И зачем я только подняла этот несчастный браслет? Так, ну что, а у вас какие дела? Наверное, какие-нибудь стариковские и скучные. Увидишь, и сама ты стариковская. Нет, ну серьезно, мы что, в шашки играть будем? Ага, вот, проходи. Это что, дом престарелых? Ай, за что мне такое наказание? О, приветствую быструю орлицу. Здравствуй, мне как обычно. И ей вот тоже. Тогда пойдемте дальше. Я все-все поняла. Мы пойдем грибочки с ягодками собирать, да? И не знала я, что старички носят такие тяжелые рюкзаки и ходят по таким длинным коридорам. А что, по грибы на самолетах летают? Ай, да совсем не грибы!
Давай, прыгай! Не-не-не-не-не, это вы орлица, а я курица. Курица же летать не умеет, я не полечу. Все, полетели! Помогите! Я и не знала, что вы с парашюта прыгаете. Ну, за такой экстрим, я думаю, можно и на мой телеграм подписаться, потому что я там присылаю свои видео или фоточки из реальной жизни. В общем, просто общаюсь с вами, ссылочка в описании. Да, прицепилась же ко мне странная. Ой, а нам уже пора на танцы. Здравствуйте. Ой, привет, Луана. Женщина, а у нас только для детей. Так это моя подружка. Да, извините, пожалуйста, а сколько ей лет? Да как и мне, в одном классе учимся. Понятно, ну ладно, давайте уже начнем повторять наши движения. Раз, два. Раз, два. Луана, у меня нормально получается? Да, вполне. А теперь потянулись. Ой, да, это уже труднее. Что дальше еще хуже будет? Да нет, сейчас обычные движения будут. И начали. Это точно худший день в моей жизни. Ой. Ага, если до этого мы прыгали с парашюта, то я надеюсь, мы сейчас не будем по каким-нибудь скалам лазить. Пожалуйста, пусть это будет на престарелых. Да нет, мы уже пришли. Куда? Чего? Школа? Какая еще школа? Нет, 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 пусть лучше опять с парашюта. Идем, идем, нужно так много проверить тетрадок. Нет, только не школа, выходной день. Да ничего страшного, сейчас проверим тетрадки и домой. О, всего лишь 5 тетрадей, фуф, как круто. Да, 5 стопок. Ай, нет. Так, картоха 5 и у Луаны 4. В смысле 4? Я же у него все подчистую списала, как так? Ой. Да, знаешь, ты права, что это я поменяю оценку? 2! Вот блин. Ну все, теперь и домой можно. Ура! Ой, тут что-то дверь заела. Так, да ее не заело, ее, похоже, закрыл охранник. Время-то уже позднее. Ну нет, еще и ночевать в школе, что делать? Точно! Вот так. И что, вы с парашюта не боитесь прыгать, а тут с первого этажа не можете вылезти? Там я вообще-то под защитой. Ну вот, ничего же страшного, идем. Я все понимаю, вы злитесь, но зачем рычать вообще? Это не я рычу. А кто? Злюка, давайте! Я не могу допрыгнуть! Давайте руку! Ух, давно я такого не испытывала, а с тобой даже весело! Да, да и у вас не такие стариковские увлечения. Вот мы и пришли. Твоя мама точно будет в шоке, когда это увидит. Да, она уже многое видела, думаю, даже внимания не обратит. Про двойку ни слова. Так, а ты где так долго была? Ой, здравствуйте. И в школе. Ну ладно, мы пойдем. Ладно, пойду сделаю чай. А вот и чаек готов. Ой. Уснули уже. Да, надеюсь, Люка не поселится у нас, как некоторые морковки и картошки.